Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Оля, и сегодня с нами лето. Лето настало, блин. Хоть у меня тут и новогодняя гирлянда сзади, но неважно. В общем, жара полным ходом, поэтому я планировала это видео снять. А, вся такая красивая, в макияже, где надо блестит, а не везде, где придется. Поэтому немножко подправим сейчас макияж. Фу. Второе видео за сегодня, кстати. Вот, надеюсь, то уже вышло. Если нет, то... В общем, ладно, скоро выйдет. А если уже вышло, то где-нибудь здесь, вот здесь будет ссылочка. Обязательно переходите и смотрите. Сегодня видео о iHerb, как я уже сказала. В общем, были некоторые проблемы у меня в последнее время с доставкой. Живу я в Испании, что-то свет как-то немножко меня не устраивает. Живу я в Испании, и были какие-то проблемы, видимо, из-за того, что был карантин, и из-за того, что были какие-то проблемы на границе с таможней или что-то с этим связано. В общем, один мой заказ послали назад, а один все-таки дошел до меня. Деньги мне за тот заказ вернули. В итоге я покажу потом в следующий раз, какой мне заказ второй пришел. Сегодняшний заказ, в общем, я, знаете, мне интересно, напишите внизу ваше мнение. Вам нравятся распаковки или нет? Потому что, возможно, будет более полезно снимать именно вместе со мной, и когда я их уже все попользую и покажу, расскажу, какие мне понравились, какие нет средства, и расскажу, как они действуют, чем нежели распаковывать и смотреть непосредственно внутрь самой вот этой посылки, как вам будет интересно. Мне очень интересно. Я немножко что-то уже выговорилась, как будто и у меня снизилась моя активность, а для этого, как в рекламе. В общем, я заказывала BCA. BCA – это классная вещь, когда вам нужно быстро восстановить свои силы, восполнить энергию, восстановить мышцы после тренировки, выстроить мышцы. Я заказывала, потому что мне нужен оттуда эльвалин. Он содержит BCA, кто не знал, L-лицин, эльвалин и L-изолицин. В общем, принимать его здесь написано, порция это 8 капсул, я принимаю 2. Честно признаться, маме один раз я давала после тяжелой работы, там одной, которую мы сейчас выполняем, вот, я ей дала после сложной тренировки, после одной, которая у нее, в общем, была проблема с мышцами со спиной, я ей дала 4, на утро она встала, она говорит, я летаю, я в раю, в общем, ну, я помимо этого дала ей еще и кальций с магнием, вот, но все равно это вещь, которая помогает восстанавливать силы, энергию, и пропадает вот эта сама ломота в мышцах. Кто занимается постоянно, тут, наверное, знает. И про БЦА, я думаю, тоже знает. В общем, суть в том, что я его взяла для проблем с нервной системой. Он восстанавливает, или валин, он восстанавливает вот эти вот нервные окончания. Я не могу сказать, что нервные окончания, но он восстанавливает именно сами проводимость, улучшает, помогает восстановлению, блин, как же, изоляции нервной системы. У кого, если есть какая-то проблема с нервной системой, попробуйте попить. Он, это аминокислоты, это не витамины, вы с ними, я думаю, не переборщите, тем более, если вы занимаетесь каким-то спортом, фитнесом, йогой, чем угодно, и у вас потом болят мышцы, то прошу, пожалуйста. Следующее средство из БАДов, которое я заказала в этой посылке, был коллаген. Коллаген первого и третьего типа, и плюс еще добавлен витамин С. Кстати, если кто не знал, кто-то принимает, возможно, долгое время коллаген какой-нибудь такой, вот купленный, может быть, где-то в аптеке или в других каких-то магазинах. В общем, обязательно должен быть витамин С в составе для того, чтобы он хорошо усваивался, если кто-то еще этого не слышал. В составе, опять же, нужно принимать 6 капсул. Я принимаю 2-3 по утрам натощак. Вот. Не знаю, посмотрю пока результат. Еще, я думаю, времени прошло мало. Здесь 250 капсул. Это California Gold Nutrition от самого iHerb. Вот. iHerb очень-очень-очень... нелояльный, как это, господи, очень сильно, короче, проверяет все вот эти вот вещества, которые он сам производит в своих лабораториях, проходит огромное тестирование многоступенчатое, поэтому я сайту самого этому доверяю, если они что-то производят, я верю в то, что это работает.
Вот, когда пропью всю, наверное, я еще сниму, расскажу, как оно вообще на меня подействовало. Принимала в прошлом или в прошлом, по-моему, году испанский коллаген. У меня была тоже приблизительно такая же дозировка. Я принимала две баночки. Вот после двух баночек я уже почувствовала конкретно такой результат интересный. Надулись губы. Вот. Здесь пока я этого не вижу, но я надеюсь, он идет в нужное русло, в кости, в волосы. Возможно, две, скажете, мало, но... прошлый раз мне хватило, то есть там тоже была дозировка была 6 капсул, я принимала 2, мне хватило для того, чтобы почувствовать, увидеть результат, так что я думаю, в принципе, он не подведет. Ну а дальше у меня всякие интересные вкусности, ну в смысле, условно. Ой, протекает где-то. У меня гамомелис. Вот, звучит как болезнь. Значит, я заказала гамомелис, это witch hazel. Что-то у меня где-то он протек, пока лежал. Там была какая-то акция на тот момент, я заказывала месяца, наверное, 2 назад. Доллар. $1. Это я не знаю, что за акция была. Тут так много, 355 миллилитров. Обычно он стоит, по-моему, $7-8. И я его перелила вот в такую обычную баночку со спреем. В общем, класс. Класс, потому что успокаивает кожу, не вызывает жирности. Классно подходит для чувствительной кожи. Мне кажется, его можно принимать наравне с розовой водой. То есть розовая вода, мне нравилось, как она действует, но мне не нравится, как она пахнет. Для меня это бабкин какой-то вот вообще запах. Вот, Witch Hazel, он, получается, действует практически точно так же. Он успокаивает кожу, снимает жирность, стягивает немножко так вот расширенные поры. Вот, ну для лета это вообще просто супер бомба, мне кажется, это лучше всяких вот этих мистов, которые дорогие, например, корейские, а с алоэ еще с чем-то, вот, и он по-настоящему хорошо успокаивает покраснение. Он, конечно же, не будет никак влиять на то, что если у вас кожа проблемная, если у вас прыщи, но он смягчит эту ситуацию. Дополнит это, в общем, как дополнение для того, что вы уже используете. Поэтому я думаю, как-нибудь, когда он закончится, я бы его еще раз повторила. Уж не помню, в этой посылке или в какой-то другой. В общем, ну немало я так набрала. Я решила попробовать средство, суперсредство Wet n Wild. Это такая тушь двухфазная. У меня сегодня с ней ресницы. Я видео здесь обязательно прикреплю, как это все выглядит. В общем, в составе. Два шага для того, чтобы сделать эти ресницы. Первый шаг это... Да что ж такое, никак не достану. Значит, три шага для того, чтобы все это осуществить. Сначала наносите... Первый шаг это саму черную тушь. Я делаю так. Я не жду, когда она высохнет. Я работаю сразу с одним глазом. Сразу наношу сам файбер, вот этот вот холофайбер. В общем, это такая вот какая-то субстанция. Сыпучая немножко, но она, в принципе, держится друг за друга. Внутри ее много, она битком набитая, поэтому, значит, наносим обычную тушь, дальше наносим вот это вот на мокрую, потому что когда на сухую, более получается паучьи лапки. И дальше, пока не высохла, опять же, быстренько наносим сверху вот это, то есть у нас идет смешивание. Есть туши, которые содержат все это два в одном, все в одной туши, но мне интересно стало попробовать вот такую. Стоила она где-то $8, по-моему. Эффект вижу, реально. То есть у меня и так, ну, я довольна всегда была своими ресницами, а здесь такой объем, такая длина. Они их, получается, и по ширине увеличивают в размере, делают каждую толще, и в длину они их вытягивают. У кого проблемы с ресничками или кто постоянно думает, где бы нарастить, как бы нарастить, попробуйте вот эту тушь. Возможно, вам она понравится. Смывается, кстати, легко. Не так, как вот эта Colossal, или как-то она там называется, которая с крылом бабочки от Maybelline. Мне ее было очень сложно смывать, поэтому я от нее отказалась. Она мне нравится, но я ее давно уже не затягиваю, не заказываю.
Вот так вот выглядит. Следующие два средства, которые мне уже просто все мозги прожужжали, все их уже попробовали, все говорили, что они классные, особенно вот эта маска от Джованни. Джованни до этого не пробовала особо я как-то из ничего такого, в общем, ни шампуня, ни кондиционера, ни бальзама, ничего. Заказала маску, все они говорят, что она супер, об этой тоже говорили, что супер. В общем, мне хотелось найти что-то, что поможет именно пушащимся волосам. Я не могу сказать, что мои волосы перестали пушиться. Сейчас здесь лето, и у нас огромная влажность, у меня просто на голове непонятно что. Из вот такой вот какой-то вот такой вот косички у меня превращается все это в огромную львиную гриву, непонятную, неуправляемую. Поэтому я пытаюсь немножко их сгладить. Здесь у меня, значит, это кондиционер. Я особо не заморачиваюсь, сразу признаться, чтобы выдерживать там 10 минут на волосах. Хватает 2-3 минуты, просто намазываю. Он интересный такой по составу, он очень-очень из маленького количества превращается в большую-большую какую-то вот кремообразную такую структуру и обволакивает все ваши волосы, руки, даже приходится смывать. Вот, он, мне кажется, очень экономный. Здесь в составе протеины шелка были, я точно помню. Вот, протеины шелка, всего-всего-всего. Грейпфрут, лемонграсс, лаванда, розмарин, манго. Много-много всего. В общем, оба мне понравились. Мне кажется, они по своему действию похожи. Попробуйте, в принципе, взять, если хотите попробовать только маску. Потому что от нее больше, конечно, идет питание. От этого более такой легкий какой-то эффект. У меня здесь, кстати, серия называется Smooth as Silk. Smooth as Silk. Мягкий как шелк. Вот. И вот эта маска, она такая универсальная. Это реконструктор. Она хорошо заполняет вот эти вот частички, сглаживает их какие-то чешуйки. Вот, питает, и волосы, правда, потом блестят, но я хочу, конечно же, эту маску попробовать, естественно, уже осенью, зимой, когда мои волосы немножко успокоятся от этой вот чрезмерной пушаштости, чтобы они так сильно не пушились, короче. Следующее. Следующее, это у меня вот этот энерджайзер для корней волос, для кожи головы. Я его давно брала, когда-то еще, когда жила в Америке. Я его, не помню, показывала на канале или нет. Знаете, я сначала думала, да ну, что за фигня, не буду я больше брать это все, потому что лучше принимать все вовнутрь. Изнутри хотя бы есть эффект. Надоело мне уже все это принимать вовнутрь, мне хочется чего-то добавить именно уходового на корни, на кожу головы. Здесь мне понравилось, что в составе. То есть здесь на первом плане написано, что это жожоба и витамин B5. Я вообще за этим не гонюсь, мне наоборот что-то это очищающее нужно. В общем, здесь в составе мне понравилось, что большой состав из трав, Herbal Complex, включает в себя жожоба, сапонария, юка, розмарин, ромашка, камфора, арника, даже хвощ, вот, вспомнила наконец-то, хвощ, и витамин B5. Так, самое основное, на что я зациклилась, это сапонария. Сапонария – это как раз-таки карликовая пальма, сопальмета. Если у вас есть какие-то предпосылки к андрогенной алопеции, в помощь вам. Везде, где есть это в составе, то есть кондиционеры, которые нужно наносить, например, на корни волос, шампуни, какие-то спреи, еще что-то, все, что вы втираете, будет все равно благотворно влиять. Внутрь я все-таки немножко боюсь его принимать, он у меня стоит, я его заказывала, показывала на канале, но, честно признаться, я в нем не уверена, потому что я боюсь за женское здоровье, как бы он не начал влиять каким-то образом неправильно на баланс гормонов женских. Вот, я его попробовала, если я его продолжу пить, то только по одной капсуле, потому что я думаю 2-3 это многовато. Последнее средство, которое у меня здесь лежит и ждет вас и вашего внимания, это Tresemme. Забыла, блин, как называется, капец. Обожаю эту фирму, недавно купила от него новый кондиционер, тоже пробую. Я вообще постоянно, блин, в последнее время кондиционеры пробую, пытаюсь каким-то образом утихомирить мои волосы.
Итак, это кондиционер. Это термозащита. Термозащиту я когда-то уже пробовала, я вам рассказывала на канале. Она, правда, была в какой-то красной такой баночке от Tresemme. Здесь до 40-50 по Фаренгейту. В общем, здесь все по-американски написано. Короче, хочу сказать, всегда наношу на всякий случай, если я завиваюсь, если я сушу горячим феном, защищаю кончики, очень мне нравится. Распылитель обалденный, распределяет вот на такое сразу количество волос, то есть он не бьет тонкой струйкой. Вот. Кстати, я вот про это средство хотела сказать, не вызывает жжения, не першит в горле потом, ничего. То есть я одно средство с iHerb пробовала, внутри состав имеет красный перец, от него сразу чувствовалось, я потом начинала вся задыхаться, чихать, от этого никаких проблем. Вот это средство я тоже обожаю. Я не вижу от него какой-то супер-мега результат, но все-таки стоит защищать, потому что я все-таки Tresemme доверяю, и я боковой я, наверное, уже брать не буду. Я однажды взяла, и мне не понравилось. У меня ужасный потом склеивал волосы это средство от перегревания. Вот, этот легкий, не склеивает, классно, можно потом продолжать делать с ним укладку какую-то. В общем, я всем довольна, я абсолютно всем довольна из этого заказа. Все могу рекомендовать, обязательно, как вы уже знаете, ссылки будут внизу. Код, кстати, оставлю здесь, оставлю внизу, переходите под каждым моим видео, под каждым, куда бы вы ни зашли, везде можете найти код от iHerb. В общем, если вам понравилось это видео, и вы дожили наконец-то вместе со мной до конца этого видео, и в смысле не то, что дожили, что я говорю, в смысле досмотрели, спасибо вам большое за ваше внимание. Я всех люблю, целую, хороших вам покупок на распродажах, и всем пока-пока.